Спустя 4 часа мы видим, что волны остались такие же, но может быть чуть больше. Скоро закат. Немножко будут мешать вдали облака, но тем не менее. Хотелось бы вам его заснять. Нет. Какая-то надпись из камней. Что-то Н. Беларусь, что-то тут написано, сокращенно. Что-то белорусы, что ли, побывали? Снова те же самые виды. Кавказ. Это гостиница, которая находится на мысе. Батуми. Прям уже все родные места. Батуми и там возле этого отеля уже посетили. Вот вы видите, и солнце уже заходит за облака, но не за море, как бы нам с вами хотелось бы. До моря еще небольшой кусочек. И снова плывет погранцовый корабль. Я извиняюсь, что камера трясет, потому что я использую такой неплохой зум. Сейчас может он приблизиться к нам, и тогда уже можно будет его нормально заснять. Какое оно красное. Я, конечно, часто видел закаты, но закаты над морем – это нечто. А вот уже и солнце заходит прямо над морем. Видите, такая полоса облаков, и оно как бы разделено на две части. Скажем так, нижнюю и верхнюю. И оно уже там чуть-чуть начинает отражаться от воды. Солнце уже зашло наполовину. Одни только какие-то школяры тут плавают. Блин, мне после солнца вообще ничего не видно. Какие-то мерещутся вот. Вот смотрите. Но оно уже заходит, блин, фокус. Так, наведем сейчас. И оп, все точно как в аптеке. И смотрите, вот оно. Вот оно, видите, все. Буквально за считанные секунды его и не стало. Вот такие вот закаты в Кабулете. Ну, а на сегодня все.